все поехал, да? Угу. Ладно, я Т-50. Ну а чё? Ах ты гад. Че? Горизонтально. Нам удалось перехватить инициативу. Меня Т-50 вынес. Ужас. Под калибр раздырял. Моя месть будет жопа. Т-34, чё ты толкаешь? Ой. Не растолкать, ребята. Не там лес. Свалит от меня. Обычный, 42-го. А, 42-го. Докачать его надо. Ртой долбит. Да, пусть он. Б захватывает. Что-то у нас с точками вообще не... Одна пока держится. Горизонтальные приводы сломали. Я в ремонт. Прикройте меня. Мать. Вау. Че? Давай. Да опять привод повредили. Болезненная штука. Еще немного. Какая? А, я тебя вижу. И победа в наших руках. Я его сломал. У тебя там КВ-2. Ой, там КВ-2. Да меня все уже. Я встаю опять. Чинюсь. Не высовывайся. Пока. Уже не чернюсь. Уже не чернюсь. Кто тебе? Панзер 4G. Угу. А он там стоял в углу. Ну ладно. Попробуем. Печально. Да еще как печально. Так, там на горизонте опять кто-то у них катается. Так, ладно, я попробую все-таки на Б лучше. Что у меня не получается. Ёхта, я промахнулся. Меня пытались подбить, не вышло, меня не пробили. Тебя не пробили? Да. Интересно, как? У меня броня весьма приличная, кстати. Но обычно шьешься только так. Что у меня метило на башне? Союзника снесли, мне страшно. Блин, проиграем по точке. Наочек потерял сознание, привод горизонтального ведения сломали, пушку высекли, вообще просто. А не, привод горизонтального ведения. А мне опять ее высек. Скорее всего высек сейчас. Там лол. Там Т-34
Т-34-57. Да. А, казенная часть орудия мне ломала. 43-го года. Су-85-я. Да чё... Что там за баклан? Привод горизонтального ведения ты упал. Ой, баклан, а. Ладно, ремонтирую. Походу, у меня панцирь четвертый снизу там прессуется. Уезжай, идиот, а. Попробую я панцир 4 все-таки достать, меня достало. Где ты? Да нам. Союзные войска захватили точку. Там Т-34-57, ну ничего. КВ-1 выдержал. Да. Ты где вообще? Уже нигде. Уже подбили? Ооо, тут видите, все 120 горит. Блин, у меня не подходящий танк вот так выйти. Можешь типа... было бы зарашить на точку Z. Я сейчас и так и делаю. Мне надо чисто поддержку устраивать. Что-то я... Боты, по-моему, там только стоят. Что-то не пойму, где их нет. Были на Б. Шанс у нас сейчас примерно равны. Вон КВ-2 стоит. КВ-2, панцер 4Г. Вражеские войска захватили точку. Все три. Все три захватили? Да. А я сейчас попробую прорваться. Зря, конечно. Вот. Смотри, как вылез. Полтос вылез. Я думал, сплэш урона, но... Лазер 4Г повылезал. Его носит. Как? Т-50 ваншот меня. Ты чё? Что это за... Под калибром на рафир. Ну ваншот мне на Т-34-57. Да. На точку? Союзные войска захватили точку. Вражеские войска на подъезде. Снизу что у нас? Не вижу. Точка, по-моему. Вау.
Я подъезжаю. Не заметил. Он 45D. Ну, он так. Союзные войска захватили точку. Попробуй объехать. А, ладно. Сейчас, сейчас. Точка захвачена, поэтому не закрывай. Я на блин. Я буду недалеко от точки А, так. Снова орудие. Еще один, ё-моё. Чё там как? Ну хотя бы две точки сдержать. Так, на точку А прорвались. Пожалуй, надо туда быстренько ломануться. Чёрт, из два уже, не? Чего? Из... Вон из 2. Из 2? Угу. Чё, как его всё закинул? Ты у меня спрашиваешь? Может быть, из 1? Там из 2 был. Из 2. А, вон из 2. Охренеть. Ну, блин. Опа! Стой, 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 стой. Ка ну-ка, ну-ка. Есть! Просто продырял. Кого? 185-ю. Точно в цель! А, в помощь уничтожения. Я просто ее насквозь дырявлю. Без критов. Под калибером что? Обычно все 85 лет под колебом. Блин, ко мне бы не застрять. О-о-о. Ходовую гусеницу повредил. Кстати, пустился. Так, это где там? На мосту? Рядом с мостом. А он я тебе. О, да. Ура. Мы выиграли.